Коротенькая такая, на фуршете. Слушай, с тобой все здороваются, тебя все знают? Да, я всем должен. Парки развлечений, новый аттракцион назвали «Титаник». Билеты по 5000. Интересно, за такие деньги что такого внутри выдают? Пустое огромное помещение, музыка. Девушки предлагают по бокалу вина, сыра, кусочек. Извините, это не стоит 5000. И тут страшный удар, жуткий треск, за стеклом с грохотом бьется лед, пол зашатался, хлынула ледяная вода, крики, мат, не в записи, вживую. Люди пытаются выскочить, двери заперты насмерть. Наконец сеанс кончился, вода ушла в люки, вспыхнул свет, двери открылись, посидевшие люди выбегали в соплях и в слезах. Ну, счастливые! За 5000 рублей покинуть «Титаник» живыми? Недорого. Раз в неделю отец покупал свежую сметану, но говорил детям: продукты выбрасывать грех. Сначала доедим старую, а уже после отведаем свежую. Годами доедали старую сметану, так и не узнав вкуса свежей. Хотел жене на 8 марта духи подарить. Хорошие, дорого, а подешевле, при этом получше, такие не выпускают. Ходили по магазинам, искали, принюхивались. Остановились на крымском портвейне. Вечером при свечах ощутили легкие ноты цитрусовых, аромат миндаля, послевкусие докторской колбасы. Много ли женщине надо для счастья? Есть такой аттракцион, называется «Тарзанка». На резинке сбрасывают желающие в пропасть за их деньги. Старушка за 80, перекрестившись, прыгает уже третий раз. «Бабушка, но вы распрыгались. В вашем возрасте, извините, рискованно. Да и дорого, 5000 за раз. Никак фото мое во время полета не получается. А кто вас снимает? Внучок, он и платит за все, наследничек мой». Есть несколько таких афоризмов. В юморе очень важен порядок слов. Вот это моя известность. Сейчас вам скажу, как один человек интерпретировал. Значит, у меня это звучит так. Если от вас ушла жена, а вы не чувствуете печали, подождите, жена вернется, а с ней печаль. В поезде, когда к ней подходит молодой человек, говорит: я ваш поклонник, замечательный афоризм, я в компании имею успех. Какие? И он вот эту фразу: если от вас ушла жена, вы не чувствуете печали, подождите, жена вернется, а с ней печаль. Говорит: ну, у вас там как-то вот так, если от вас ушла жена, а вы этого не заметили, ну и хрен с ней. И заржал так, будто ничего смешнее. Вот оригинал. Признался жене, что во сне переспал с соседкой. На следующую ночь во сне был избит. С тех пор во сне сохраняю верность супруге. Всю жизнь ждала принца на белом коне, а не, как назло, на вороном коне, на гнедом, сером, в яблоках, так и не дождалась. Со своей женой пошел в гости, а там чья-то жена лучше моей во всех отношениях. Наш брак распался. Не ходите туда, где у людей что-то лучше, только к тем, где все хуже, и будете жить долго и счастливо. Дедуль, дедуль, ты такой добрый сегодня. Внученька, случайно вместо глазных капель закапал в глаза капли сердечные. Дедуль, ты поосторожнее. Закапаешь вместо глазных капель мочегонные, обрыдаешься. Помни, превышая скорость и оплачивая штрафы, ты вносишь свой вклад в бюджет государства. Водитель, не тормози. Дорогой, сядь ровно, повернись, возьми книгу, позвони по телефону, пошли смс-ку, выпей вина, вздремни. Удобно? Мы берем этот унитаз. Ну и заключение, то, что ушло в народ, это, наверное, единственное, что я помню наизусть из того, что я написал, это три
Три стадии возраста. Первая стадия. Всю ночь гуляешь, пьешь, черти что делаешь, и утром бы тебе ничего не видно. Вторая стадия. Всю ночь гуляешь, пьешь, черти тем занимаешься, и утром бы тебе все это видно. И, наконец, наступает третья стадия. Всю ночь спишь, не гуляешь, не пьешь, ничем вообще не занимаешься. А утром у тебя такой вид, будто бы ты всю ночь гулял, пил, черт знает чем занимался. Желаю вам, чтобы третья стадия наступила как можно позже. Спасибо.